Пожалуйста, проходите. В первый день референдума на избирательных участках оживленно. Мария Стафи пришла проголосовать по поправкам в Конституцию вместе с детьми, чтобы те с ранних лет знали, как это важно исполнить гражданский долг. Не остались в стороне и другие представители родительского сообщества муниципалитета. Решили время не тянуть и воспользовались возможностью проголосовать заранее. Можно выбрать удобное время, распределиться так, чтобы, конечно, скажем, были соблюдены все нормы и не было большого наплыва избирателей. И сегодня, вот я смотрю, что народ активно приходит, и наше родительское сообщество, и общественная палата. Наличие термометра, одноразовых ручек, масок и перчаток проверили представители общественной палаты округа. Процесс голосования должен быть не только максимально открытым, но и безопасным. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».